куколка точно времен СССР, советского времени. Здесь твердое, тело твердое, ножки твердые, а ручки резиновые. Личико я уже пробовала отмывать, но сейчас еще раз попробую. Оно все-таки пока еще грязненькое. Всем привет! Вы на канале Девочки и куколки, с вами Марина. И я продолжаю проект «Чужие куклы». Одеваем кукол из садика. Самую большую берем. Имя вы мне в комментариях не написали. Назовем ее Машей. И замерим рост Маши. 60 сантиметров. Смотрите, 60 сантиметров. Очень большая куколка. Я трусики ей сделала. Они из трикотажа. Ничем не обрабатывала, выкроила и сшила в боках. И все. Начинаем одевать куколку. Я хочу вам показать, как у нас волосы теперь у нее. Были все спутанные, вот такие были ужасные, и стали прямые, чистые. Вид, конечно, изменился. Как я ей шила платье, вам расскажу. У меня есть видео, мастер-класс, как я сшила платье Татьянку для куколки Бэби Бон. Вот такое платье мы шили на куколку Бэби Бон. В колготках у нас кукла. Я беру куклу на съемку и в чем девочки играли, часто не переодеваю. Вот она сегодня в колготках и с соской. Колготочки из носочка я делала. Тоже мастер-класс такой есть, его смотрят очень хорошо. Он набирает просмотры. Значит, это интересно. И вот такое платьице. Взяла куколку нашу. Нашу Машу, большую Машу, приставила это платьице. Оно короткое. Померила, и оно ей немножко, ну, туговато, да? Поэтому надо взять выкройку, по которой я шила Бэби Бон. Смотрите, разница в росте какая. Опа! О. У нас же 43 сантиметра куколка Бэби Бон, а Маша у нас 60 сантиметров. Так, убираю кукол и начинаем с выкройками работать. Выкройка на куклу Бэби Бон на платье Татьянка. Я выложила эту выкройку в Одноклассники, в группу и ВКонтакте. Всегда выкройки обклеиваю цветной бумагой, чтобы они хранились, были потверже и чтобы показывать на видео удобнее, лучше. Я сделала выкройку побольше. Поэтому, если у вас есть куколка больше, чем Бэби Бон, выкройку скачайте, увеличьте. Если меньше, уменьшаем такую выкройку. И, в общем, вот так. И по этой большой выкройке я сшила платье. Вот такое платье. И что надо обязательно учитывать? Так как я в садик, и там детки сами будут одевать куколку, у меня здесь липучка. Ширину платья надо сделать больше, чем куколка. Вот у меня получилось 16 сантиметров, чтобы ребенок одевал легко, вот в этом месте, в поясе, чтобы легко одевалось все. Также у меня есть подкладочка здесь и оборочка. Я сложила вдвое и пришила оборку. Юбка тоже двойная, вы видите. Вот эта ткань в полоску, она очень тоненькая, и было бы, ну, не так смотрелось. Вот. Теперь еще, что я сделала к этому платьицу. Я сделала такие туфли-тапочки и написала левая и правая ножка, чтобы детям удобнее было играть.
Если кто смотрит мои мастер-классы, они знают, зачем. Вот здесь на пяточке у нас есть хвостик, чтобы одевать и снимать было удобнее. Мастер-класс «Как сделать такие тапочки» у меня есть на канале. Я оставлю ссылку в описании, и вы посмотрите. Вот ногу. Эту ногу. А ты посмотри, где правая, где левая. У тебя буковки там есть. Покажи в камеру буковки. Это какая буковка? Л. Левая нога. Это левая, правильно. Хочу сшить такой пиджачок небольшой, ну, чтобы комплект был уже законченный. Выкройку я немножко сейчас изменю. Закруглила на полочках и загнула впереди. Складываю две ткани лицом к лицу. Выкройку. Или приколоть иголочками, или, как я вам уже показывала, скотчем. Пиджачок я буду делать с рукавами, поэтому здесь не будет выреза, а наоборот, спущенный такой рукав или небольшой рукав я сделаю. Обвожу выкройку, как мне надо. Здесь немножко увеличу полочки. И потом буду прошивать и, конечно, все покажу. Про горлышко. У нас это уже будет спинка. А вырез у нас как вперед был у платьицы. Поэтому я сделала другое горлышко, прочертила. Мне надо сшить будет рукава. Два шва и прошить вот этот шов вот так. Потом будем выворачивать и смотреть, что еще дальше. И боюсь, что я заузила рукав, тем более руки вот с такими пальчиками одевать, как будем вот так ручку сгибать. Сделаю я загибчики на рукавах и буду делать низ подгибать и прошивать бока. Рукава у меня получились 7 сантиметров шириной, значит, при выкройке надо было 14 делать ширину. Главное здесь вот не заузить. И осталось мне подогнуть низ. Лицевая сторона будет светлая, темная это изнанка. Бока прошила об металла, низ подогнула. Вот такой получился мини-пиджачок, кофточка. Выворачиваем. Можно вот так отложить, но я не буду. Никакие пуговицы, кнопки, наверное, не нужны. Комплект готов. Платье, кофточка и туфельки.
Если вам понравилось, как я одела куклу Машу, поставьте, пожалуйста, лайк, поддержите меня. И до новых видео. Будем одевать других кукол.